Эксперт считает маловероятным военное вторжение в Венесуэлу. Попытка госпереворота в Венесуэле эксперт считает маловероятным военное вторжение в Венесуэлу 21-20. Reuters, Carlos Garcia Rollins. Протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадура в Каракасе. Reuters, Carlos Garcia Rollins. Мадрид, 24 Янфрия новости. Военное вторжение других стран в Венесуэлу маловероятно поскольку в этом случае речь будет идти о нарушении международного права. А кроме того армия встала на сторону Николаса Мадура, заявил РИА Новости эксперт в области международных отношений Открытого университета Каталонии Эрнеста Паскуаль. В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадура. Спикер парламента страны Хуан Гуаида в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаида и потребовали от венесуэльского президента Мадура, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. 2053 посол России в Венесуэле объяснил причины политического кризиса в стране Мадура объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. С учетом создания двух блоков мы столкнулись скорее со схемой новой холодной войны, чем с угрозой прямого военного вмешательства для установления либеральной демократии. Не думаю, что США, несмотря на заявление Трампа, пойдут на военное вторжение. Не думаю, что мировое сообщество это одобрит. Заявил он, 2016 посол Венесуэлы в Дамаске сравнил ситуацию в стране с событиями 2011 года. Эксперт не исключает, что самопровозглашение спикера Национальной Ассамблеи Хуана Гуаида временным президентом было подготовлено, а не стало следствием одного дня, однако с точки зрения международного права военного вмешательства не должно быть в такую суверенную страну, как Венесуэла. Он обратил внимание что глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес поддержал Мадуро. Сомневаюсь, что какая-либо страна нападет на такую страну, как Венесуэла, когда армия на стороне президента, даже если этот президент не нравится миру, добавил профессор. По его мнению, большинство стран в итоге будут наблюдать за развитием событий, как, например, это делают члены ЕС чем можно было бы оправдать военные вмешательства для утверждения президента, какими бы ни были экономические интересы. Одно дело давить признанием возможного нового президента или президента на переходный период, но мне кажется, в итоге страны будут наблюдать за развитием событий, добавил он. 14.9. Пламя революции в реальность полномасштабной гражданской войны Паскуаль также не верит. Не думаю, что будет гражданская война. Очевидно что есть острейший социальный конфликт из-за экономической и политической ситуации, Мадуро проводит выборы, нарушая действующее законодательство. Но оппозиция не вооружена, а на стороне правительства военная и полиция, добавил он, обратив внимание, что вооруженные силы и правоохранительные органы, несмотря на острейший экономический кризис в стране, оказались нетронуты финансовыми сокращениями. Большая часть бюджета идет на армию и полицию, и они в состоянии подавить восстание в определенный момент. Думаю, что будут репрессии, но пока непонятно, насколько кровопролитные. Правительство Мадура совершенно не заинтересовано в жестоких репрессиях, поскольку они лишь укрепят желание других стран поддерживать оппозицию, что создаст возможность для гуманитарного вмешательства, защиты прав человека, добавил он.